А вот в альбоме мы старались показать достаточно разные сложные художники. Вы видели, где они пересекаются, где каждый говорит своим языком, и все-таки они остаются братьями, они остаются как бы, из одного корня растущими художниками. Обратите внимание на эти издания, и я бы просто хотел поблагодарить от семьи Музея Востока, который откликнулся на наше предложение сделать такую выставку, замечательную команду, которая здесь работает, нам помогали очень многие, и Тигран Мускевичев, и Мария Филатова, Екатерина Ермакова, координировала. Большой коллектив, прошу прощения, если я кому-то сейчас слово еще не упомянул, но придется перечислить весь музей. И отдельные слова благодарности команде, которая помогала делать эти не могу не упомянуть Дмитрия Горяченко, который сделал так, чтобы репродукции были похожи на оригиналы. И, конечно, замечательных людей из типографии итальянцев, которые со мной на каждом из следующих Ладно, я пойду посмотрю. Марина Филатова, все службы музея, которые создавали один вариант. Нет, почему-то даже сегодня какие-то чего-то чуть-чуть. Нет, это как раз может быть. Сказать особое спасибо я не вижу, к сожалению. Рустаму Сулейману, это фонд Марджани, который очень много сделал для этой выставки. Ну и признаться Полине нежной любви, давней очень, семье Волковых. Выставка открыта, каталоги вы сможете купить. И Рустам Сулейманов, между прочим, Thank you.
Сотрудники галереи А3. Обещаю. Это было в новом манеже, помню.
Александр Трифонов. Здравствуйте. Пришел отметить открытие. Поздравляю всех. Зал какой, да, солидный, прям Пушкинский музей. Ну так, что есть музей. Трудно очень смотреть. Что вам нравится, можете говорить? Или вам запрещено закон? Нет, ничего. Вот красивая работа. Красивая работа. Валерий Волков. Красивая работа. Валерий Волков. Александр Волков. Валерий Волков. Александр Волков, 75-й год. Александр Волков, 80-й год. Валерий Волков, 69-й год. Александр. Хорошая работа, Александр Волков, 2008, 2009, Александр Волков. Александр Волков, 82-й год. Валерий Волков. Культура за 30. 61-й год. Александр Я сделал Александр Волков, скульптура.